Всем привет! Сегодня на тестовый сервер подвезли стража, также подвезли у нас наследие на гиганта, традиции кому как удобней. Давайте посмотрим сначала стража, посмотрим скиллы, что она вообще делает, и потом перейдем к гиганту, посмотрим, как он себя в традициях ощущает. Ну, как по мне, персонаж очень-очень медленный, дамага у нее, конечно, дофигища, но медленный. Я не нашел каких-то прям крутых таких срезок анимации и чего бы то ни было. Давайте пройдемся просто по скиллам. В скиллах у нее очень много крита, чуть ли не в каждом скилле крит, меткость, крит. На некоторых скиллах скорость атаки, что в принципе очень-очень даже надо. Ну и давайте начнем с верхней строчки, это у нас обычный ЛКМ. Вот такой вот скилл. Пойдем дальше, давайте закрывать не будем, просто уберем это вот сюда. Вот. А дальше у нас идет мобильная атака с уклонением. Это у нас то есть право-лево, право-лево. Идем дальше. Здесь у нас пошустрее, но что-то как-то оно не видно, чтобы пошустрее оно двигалось. Как-то так. Это у нас опять же пассивка. Пассивка тоже неплохая. Давайте, ага, на быстрый слот не ставится. Пассивка. Это у нас бафчик идет. Вот он опять же, в котором дофигища всего вообще понамешано. Тут и крит, тут и меткость, тут и уклонение, чего только тут, короче, нет. Довольно неплохой баф. Так, идем дальше. Это у нас просто F-ка. Вот такая комба... Маленькая комбуха такая. У нас SF сначала вот так делает, потом бьет, то есть сначала бафает себя слегка, потом долбит. Это то же самое у нас здесь. У нас идет увеличение просто этого скилла назад E, то есть SE. Вот так данный скилл выглядит, он очень очень ауешный. Это у нас, скажем так, продолжение данного скилла. Сейчас откатится. И как бы пока он завершает. Пойдем подальше, так более понятно. Дальше у нас идет назад ПКМ. Такое вот медленная анимация, медленные скиллы, но что имеем, то имеем. Там у нас ЛКМ пробил. Тихо. Не туда. Вот такой прыжок завершает как бы удар. Ну, скиллы очень дамажные. Пробовал, ходил сегодня, бил и Анакреон, и Гистрию. Поначалу непривычно, но под бафчиками потом довольно неплохо она их начинает разбирать. Если учесть то, что у нее здесь никаких забавов, никаких камней, ничего нету, то, на мой взгляд, она неплохо разбирала этих мобцов. Да, у нас ЛКМ ПК. Идем ниже. Кому интересно, я навожу на скилл, ребята. Если вам интересно, можете экранным переводчиком пробовать перевести. Здесь и крит 100%, там есть и 10% меткости у этого скилла. Там можно у нас... Ага, это не ставится у нас. Так, как ты у нас используешь его? Вот вообще непонятно, я сколько не пытался, нифига у меня этот скилл не срабатывает. Че надо, хз. То есть она просто вот так делает, как я только что показал.
Ну да ладно. Здесь у нас иксы неплохие, опять же 100% крит идет. Это Shift рукаем. Очень большой АОЕ урон идет. У многих скиллов, чуть ли не у всех, наверное, которые идут такие с топором. Ну, видите, там тоже, да, бьет он, разлетают само все бедолашки. Такие ПКМ. Да, блин, отстанет от меня. Вот так вот это работает. Хватит пинаться. Медленная, очень медленная, честно говоря. Просто неимоверно медленная. Shift вперед. Такая пробежка небольшая получается. И щитом опять же бьет. Есть у него обычный захват. Где найти мопса-то показать вам. Здесь народу просто немерено. Обычно здесь показываю скиллы и все остальное, но сейчас здесь народу просто офигеть как. Вот захват, бросила, ушатала. То есть захват у него с ешки работает. Больше захватов не нашел. Вот он захват. Идем смотрим дальше, что интересного. Это у нас просто ПКМ. Замахнулась, вшатала. Так. Это у нас вперед ПКМ. Такой вот прыжок, опять же, с офигенным АОЕ дамагом. Вперед кью. Несколько ударов. Тоже офигеть как дамажит. По мобам бил, АУЕ просто огромная у нее. Также у нее вот прикольненький скилл есть вот такой вот. Она, во-первых, отхиливает себя. И потом в землю просто опять вбивает все, что можно убить. Три удара проходит вот таких вот мощных. То есть вы просто нажимаете Shift-Q, отхиливаете, если вам нужно отхилиться, если нет, просто Shift-Q, потом еще раз Q, и она два удара топором в землю делает, дамажит. Очень даже не кисло, я как и говорил, очень большой АОЕ урон идет вокруг вас. Так, это у нас вниз ПКМ. Вот такой вот скильчик. Если научиться передвигаться, она довольно-таки быстро между париками. Скажем так, для фарма очень удобный персонаж, для PvP, ну, такое себе. Я на арене бегал, фигней страдал, все от нее довольно легко убегают. Но если поймала, держись. Shift ПКМ. Щитом, с ноги. Это обычно опрокидывает противника, и потом идут два вот таких вот очень мощных удара. Ну и, как я уже показывал, пассивка на крит идет у нас здесь. Каждый уровень прокачивает по 0,5%, а на 63 уровне прокачивает 1,5%. Ну и дальше обычные пассивки идут. А вот такой вот прикольный персонаж. Как-то так. Ну, надеюсь, страж вам понравился. Будем посмотреть, что будет дальше. Уже в этом патче корейцы там немножко подрезали. Где-то скорость атаки добавили. Доведут его до ума, пока он к нам дает. Кстати, кто не знал, анонс стража на 22 января выход. 24 будет предсоздание. Вернее, предзаказ на предсоздание. Ну, как обычно, предзаказ на предсоздание. Потом предсоздание, потом сам персонаж. И то выйдет у нас позже, я так понимаю, за праздник. Ну, давайте переместимся к варвару. Да, видео получится длиннее, чем обычно по классам. Но два перса не стал разделять на два видео. Решил сделать одно сразу и на варвара, и на стража. Сейчас перейдем, посмотрим варвара.
Как по мне, у варвара мало что вообще изменилось, да, у него какие-то прикольные приколюшки новые появились, там в оборотня превращается, бегает, там прыгает, скачет в виде оборотня там несколько секунд. Ну, такое себе. Вертушка там, ну, сегодня на стриме показывал ребятам, те, которые варварами играют, говорят, да, у него, в принципе, такое все и было. Так что, ну, не знаю, хз. Что корейцы там вообще варвару сделали, что добавили, ну, посмотрите сейчас. Знающие люди, которые играют варварами, может что-нибудь интересное увидеть. Даже на ПТС ввели и подвисает. А вроде народа здесь нет ни хрена. Все говорят, вот из-за народа подвисает. Да нет, нифига, подвисает, это просто из-за того, что сука подвисает. Потому что кто-то криворукий. Так, ну давайте посмотрим традиции сразу. Вот у нас традиция скиллы также сделаем. Так вот, да. Так, кто у нас идет? Вот он скилл. Вот он превращается в оборотня и пошел, короче, вот так вот. Вот он лапами начинает, видите, как оборотень такой, хопа. Ну, прикольная анимация, классно все это выглядит. Не знаю, как это будет выглядеть, как бы вживую там на мобах или в PvP, но прикольненько. Вот такой вот скилл. Я показывал вам только, что это у него пассивка идет. Пассивка опять же увеличивает. Не знаю, что там у варвара увеличила пассивка, но добавилась вот такая там по 0,5, а здесь по проценту аж накидывает. Так, дальше идем. Это у нас вот этот скильчик. Так, что это у нас вообще? Хватит носиться. Ну, такое себе. Вперед F. Ну, это у него пробежка вот такая. Тоже такое себе. F-ка просто. Просто часто начинает топать. Вроде у него такой скилл и был. Назад F, то есть SF. Как лягушенцы скачет. Так, это у нас вперед-назад. Вперед shift. А вперед пока. Назад пока. А, нет, это вот этот скилл, неправильно. Ну. Это крутилка. Такое тоже себе. Так, а он у меня есть. Вот он, скилл. Пробежка обычная. Ничего нового, я хз, ничего нового не добавили. Не знаю, может у него откат меньше стал. Быстрее всего, да. Ну что, я на варваре на какой-то место, у него пробежка не так часто срабатывает. Бедный жук. Ладно, идем дальше. Так, это у него что такое? Это пассивка. Так. Затолкаем. Так, это у нас Shift Q. Да. Тоже ничего нового. Назад С. Почему-то без звука вообще не озвучили этот скилл. И вперед С такой же скилл. Следующий. Такой вот. Ну, скажем так, такое себе. Я ожидал как-то от варвара больше. Да, у него анимация вроде побыстрее стала, но это, на мой взгляд, я варваром играю только на Кутуме, он у меня бьет боссов. Вообще, изначально играть начинал варваром на аккаунте, когда мы с Олей начинали только играть.
Но как только я дошел до пробуждения, мне просто очень-очень-очень сильно не понравился вот это пробужденное оружие варвара, вот это именно пушка, и я ушел с него. Ну, как-то так, ребят. Кто играет варваром, показал вам все. Давайте покажу еще скиллы. Может, кому-то интересно, переведете, почитаете потом. Ну и так видно, кто играет варваром. Думаю, так поймете, что где, куда засунули, где что добавил. Потому что скилл те же самые. Игры сегодня смотрели с ребятами. Те, кто варварами играет, сказали, ничего прям такого прям супер-супер варвару не добавили. Как это смотреться будет в PvE и в PvE, не знаю. Даже как-то неинтересно было сходить на спот. Может быть, на стриме как-нибудь пойдем, оденем его и посмотрим, как он фармит мобов во всем этом великолепии. Ну, скажем так, восхищения прям вау у меня никакого нету. Я ожидал, честно говоря, большего от воров. На этом все, ребят. Кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал. Заходим на стримчики. Стрим будет завтра, как обычно, вечером. Заходим, кому интересно, спрашиваем. Поиграем на ПТС, стражем, варваром. Посмотрим, что, куда, зачем и как. На этом все. Всем счастливенько. Всем пока.